Всем привет! С вами Александр Навасов, и сегодня будет новая медаль за службу в 2019 году. Итак, первая медаль идет у нас серебряная, потом идет зеленая, синяя, фиолетовая, розовая и красная. Но сегодня я вам расскажу о этой медали. Итак, видно, что на медали изображены мячи. На такой странной медали, которая мне не нравится, мне нравилось там, не знаю, за 16-й год, за 17-й, за 18-й, но за 19-й год мне что-то медалька не нравится. Хоть там изображены два мяча, которые вот так вот изображены. Ну а сама медалька такая странная. Мне не нравится такая новая медаль. Не знаю, напишите в комментариях, где-нибудь нравится ли вам новая медаль и хотели бы ее вы видеть у себя, например, в инвентаре где-то. Ну, а сегодня я просто буду играть в CS, просто играть, потому что нужно что-то показывать. Всем приятного вам. Proceed to safety. The first wave of missiles are incoming.
prosecutor.